Подводим фонариком, зрачки у него сужаются. Он моргает, у него есть реакция на свет, плачет, бьется в судорогах и стонет от боли. В робот-симулятор 5-го поколения заложено более 200 функций. Они могут быть расширены. Сейчас проходит последний этап производства. Разработчики тестируют реакцию на массаж сердца. Компания 6 лет на рынке, от простых микросхем до высокотехнологичных роботов. На этой демонстрационной модели можно увидеть, из чего же состоят эти роботы. Например, разглядеть всю электронику. Здесь более 3000 деталей. Сейчас мы видим, как робот моргает и как работает его дыхательная система. Если он Mercedes, то у нас здесь примерно 80% Mercedes, 20% уже Rolls-Royce. Разработки и решения сегодня показали президенту республики. Таких компаний по производству медицинских роботов в мире всего 5. В России только одна – Казанская. Покупатели – медицинские университеты и здравоохранительные учреждения. Всей России и зарубежья. Президент поинтересовался, есть ли у ребят центр технической поддержки. В России, например, единственные производители линейных магнитных двигателей. Это 24 магнитных катушки, управляются нашими. Два ярема, это ничего. Да? Это инструмент, магнитный хирургический инструмент проходит в этой зоне, и он выталкивается, сталкивается с очень тонкими усилиями, которые необходимы для руки хирурга. На все разработки есть патенты. Здесь тренажерные комплексы в области эндохирургии, эндоваскулярных вмешательств, экстренной медицины, эндоурологии, гинекологии, акушерства, нейрохирургии и так далее. Топовое решение – гибридные операционные, где может тренироваться целая бригада врачей с медсестрами. По опыту работы, большая часть присутствующих здесь сотрудников, они, конечно, не технические специалисты, но по опыту работы они уже стали очень близки к медицине и имеют уже некие навыки и знания, чтобы могли, что значит разговаривать на одном языке вместе с врачами. Медицинские симуляторы отличаются большой реалистичностью. Степень соответствия 90%. И в перспективе это точные диагнозы, а значит спасенные жизни. Альбина Аслагараева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.